sugar, how you get so fly? Всем привет, с вами Аюм, и сегодня мы будем делать из такого вот палета щит из игры Skyrim. Для этого нам понадобится такой палет, разбираем его, у нас получаются доски. Используем 7 досок, выкладываем их, затем чертим круг. Круг диаметром 60 см. Размечаем доски по порядку, не забываем про поперечные перекладины. Затем мы отрезаем все лишнее, либо ручным лобзиком, либо электрическим. Вырезаем точно по контуру. Затем переходим к обработке. Ее можно выполнять либо вручную, либо с помощью станков или шлифмашинок. У меня есть вот такой вот станок 97-го года, но он вполне сгодится. Беру, обрабатываю доски с каждой из сторон. Затем стачиваем углы. И аккуратно шлифуем. Не забываем про торец доски. И у нас получается вот такой вот щит. Затем мы закрепляем. Можно использовать шурупы, либо гвозди. Также мы должны были вырезать ручку, но ее крепить будем в последний момент. Переходим к покраске. Используем морилку цвета красное дерево и аккуратно начинаем покрывать весь щит морилкой. Чтобы покрывать щит морилкой, можно использовать либо губку, но она может раствориться, как в моем случае, либо кисточкой. Вот что у нас должно получиться. Далее переходим к трафарету. Печатаем его. Любой рисунок можно печатать. Я выбрал медведя. Лучше всего печатать на чертежной бумаге. Мой трафарет состоит из 4 частей, поэтому его нужно будет склеить. Срезаем лишнее. И аккуратно склеиваем. Клей использую момент кристалл. На мой взгляд, он лучше всего подходит для склеивания бумажных изделий. Так проклеиваем весь остальной трафарет. Затем покрываем наш трафарет скотчем, дабы краска не размягчила бумагу и все было хорошо, и трафарет можно было использовать повторно. Аккуратно проклеиваем скотч. Выгоняем все пузырьки воздуха, скотч наклеиваем нахлёст. Так открываем весь трафарет. Можно использовать линейку, чтобы убрать лишний воздух. Не забываем про стыки, их лучше продавить. Затем аккуратно вырезаем с внутренней стороны и снаружи.
Вот трафарет готов. Переходим к покраске. Аккуратно размечаем наш трафарет на щите. А затем прокрашиваем белой краской. Лучше всего использовать краску баллончики, так как краска в тюбике будет очень сильно пропитываться морилкой. Затем красим синий цвет. Убираем трафарет. У нас получается такой медведь. Далее прикручиваем это наши ручки. И вот наши щиты готовы. Не забывайте подписываться, ставить лайк. Всем удачи и всем пока!